Я вот сейчас не понял. Президент России призывает выстраивать отношения с запрещенной российским же судом террористической организацией «Талибан»? Да? Вау. Это я даже не соображу, какая статья модернизированного УК РФ этому соответствует. Но что-то где-то в районе экстремизма, это точно. И ничего, нормально, ведь главное тут насолить американцам. А какой ценой, никого в этой стране вообще не парит. Как это в свое время назвал непрезидентский Медведев. Правовой нигилизм. Да, в данном случае в полный рост. Впрочем, талибы, запрещенные в РФ на всякий случай, более последовательные. От такого предложения отказались сразу и не задумываясь. При всей своей отмороженности они прекрасно понимают, что дружба с Путиным в кавычках им выйдет боком в любом случае, как в этом уже убедились имевшие неосторожность купиться на подобные предложения ранее другие. У них не настолько все плохо, чтобы даже с Путиным дружить. По скриптум. Не говоря уже о том, что обнимаясь с Ираном и шиитской Хизбаллой, террористическая организация, не запрещенная в РФ, но во всех остальных других странах, пытаться задружиться с суннитскими радикалами. Немного бесперспективно совсем. Но эти сложности явно за пределами мозгов российского политического руководства в кавычках.